Это моя спортивная семья, это мои дети. Я Швед Юрий Викторович, мастер спорта по самбо. Тренируя ваших детей, я понимаю, что моя жизнь проходит не зря. Приходите ко мне, будем заниматься спортом. Самбо – классный вид спорта. Самбо – лучший спорт. Самбо – это самый лучший вид спорта. Я люблю самбо, занимайтесь самбо. Самбо – это часть нашей жизни. Кращего спорта, не самбо, не свое. Самбо – это моя жизнь. Хороший вид спорта. Конкретно для меня самбо и борьба в том числе является моей жизнью. Самбо для меня это когда все отдыхают, а я иду и тренируюсь, и становлюсь сильнее и лучше. Самбо для меня это здоровье, сила и спортивная семья. Самбо для меня это сила духа, это здоровье. Самбо для меня это стремление к успеху. Самбо для меня спорт, который дисциплинирует, мотивирует и вдохновляет. Это мотивирует меня жить. Самбо – это жизнь, это семья, это спорт, это то, что мне нравится, то, что я люблю. Моего самбо для меня – это прежде всего техника самообороны. Самбо – это життя, это стиль життя. Самбо – это то, что приносит мне задоволення. Впервые я здесь, сегодня тренировки, но надеюсь, что покажу отличные результаты.